Добрый день, дорогие участники, эксперты и потенциальные участники международной конференции «Политический СММ». Вот уже второй год, как я участвую в качестве приглашенного спикера на конференции. Меня зовут Рощина Марина, и я из Минска, столицы Белоруссии. И вот уже 10 лет профессионально занимаюсь вопросами формирования общественного мнения посредством социальных сетей. Когда-то Софокл говорил, что все великое в мире смертных несет свое проклятие. Так и социальные сети сегодня, которые задумывались как средство общения, как средство коммуникации, дружбы между людьми, независимо от границ, превращаются или в великое, или в проклятие. Поговорим об этом во время моего мастер-класса на конференции. Приглашаю к участию. До встречи!